гулять в торговый центр. Ярославе захотелось немного развлечений. Мы сейчас стоим вверху катка. Здесь проходят занятия. Посмотрите, как детки катаются. Хочешь кататься на коньках? Не знаю, наверное, не очень. Ну, пойдем дальше тогда. О, зеркала смеха. Можно здесь посмотреть на свою фигуру. Они не смех, они из стекла. Нет, просто в них, когда смотришь, смеешься с себя. Вы решили зайти в ралли-дро. Здесь тоже катаются дети уже. Или занятия проходят, или просто катаются. Сейчас Ярослава померяет. Если подойдут, тогда пойдем кататься. А если не подойдут, возьмем другие. Небольшие? Нет. Нормально? Нет? Даже еще нормальненькие. Еще меньше надо? Соскучилась уже по роликам? Не знаю, я уже давно не каталась. Ну что, ребятки, я поехала. Ну ты классно катаешься, я тебе хочу сказать. Прикольно. А тебе нравится? Да, нравится. Хотя я уже давно не каталась. Я вот, понимаете, я сразу типа встала и сразу поехала. Молодец. Посмотрите, как быстро она уже ездит. Хочешь попытаться пообъезжать препятствия? Ну ты просто их пропускаешь между своих ног. Молодец! Здесь вот на мягких пуфиках можно посидеть, подождать ребенка, пока он покатается. Ярослава сейчас что-то вам покажет. Давай. Ага, попалась! Я ж не умею тормозить, мам. Ну что, ребята, сейчас я попробую себя поснимать. Стой, все, беру. Держи, хорошо. Я сама не знаю, я сейчас просто еду, мне очень сложно, потому что я, во-первых, боюсь разбить камеру. И, во-вторых, мне еще как-то нужно держать равновесие. Причем меня могут сбить, и это очень страшно, когда меня могут сбить. Мама! А, я затормозить не могу! Ничего себе, ты приземлилась. Просто уляглась на пуфике. Сеанс на роликах откатались. Да. Наконец-то Ярослава поездила, вспомнила хотя бы, как на них стоять. Ну, в принципе, неплохо ты и ездишь. Да. Как для таких редких случаев. А сейчас мы идем на батуты. Поставили. Подниматься, чтобы легче было. Такое ощущение, что ты вообще никогда не была на батутах. А вот так можешь? Ты серьезно хочешь залезть прыгнуть? Да. Ну не знаю. Смело, смело. Ну можно, можно, конечно. Ну ничего себе, смотри, какая высота. Ну только аж давай так, чтобы колени не ударили тебе об челюсть. Поняла? Аккуратно.
смотри. Класс? Да. Если честно, мне было очень страшно, мне аж плохо стало. Помнишь, когда мы были с Лешей? Я не могла прыгнуть, мне очень страшно было. Я так и не прыгнула, по-моему. А сейчас круто. Ну, давай. Смело, смело. Уже страшно второй раз? Ну, конечно, ничего себе. Прикольно. Вообще, ты что-то отталкиваешься, но еще выше, но вообще круто. Смотрите, с какой высоты Ярослава прыгает. Я сижу в этой яме, а она прыгает. Отталкивайся сильней. Класс. Крутышка. Здесь тоже можно попрыгать, да. Такой батут мягенький. Раз, два, три. О, какой это круто! Ай, ты смешная. Яся будет делать сальто. Дух захватывает, я тебе говорю, у меня сердце. Только делает. Тык-тык-тык-тык. Давай с моей стороны, что с моей делать? Стороны. С моей стороны, да. А ты что давай, будешь делать? Ступай, ну давай, жду. Туловище свое, да? Ну иди посмотри, что ты сделала. Не, вначале было понятно, а вот это что такое? Вот это вот что? А, вон оно что? Вон оно что? Посмотри, что получилось. О, это Катя моих дней. Прикольно. Ух ты! Проехала. А я не знаю, что это. Ну переверни, посмотри. А, видишь, ну надо, наверное, как-то просто устоять. По кругу можно. Да, становись. Да-да-да. Да-да-да. Здесь есть шарик, видите? И нужно пройти этим шариком лабиринт. Назад чуть-чуть наклоняйся на этой штуке, в сторону. Как? А, ты мне такое показывала движение. Ура! Освободился батут любимый Ярославы. Оп. Это такие, видите, специальные батуты. Здесь сетка. Она прям просвещается. Вот есть крестик, нужно прыгать в середине этого батута. Ну, они, как, я так понимаю, как профессиональные. Класс. Практически видела. Молодец. Ну, классно, все равно получается. Я повторяла. Я постаралась повторить за мальчиком, но у меня не получается. Вот это да, вот это ты прыгаешь. Да, я прямо стою, так смотри. Смотри, посмотри. Да, да. Ровно. Мы уже дома, ребята. Приехали, поделали уроки. А сейчас собираемся к Юле и Лёше. Будем с Юлей готовить креветки. Ярослава сделала себе прическу. Покажи, какую. Ну, выровняйся, а то непонятно.
Вот такие хвостики. А еще мы кое-что сегодня купили. Покажи ребятам. И расскажи, что это. Это эльфийские ушки. Яся очень давно их хотела, и мы сегодня в бисерном магазине случайно их увидели. Сейчас она их оденет и пойдем. Юля на свой канал будет снимать видео, как она готовит креветки, а Яся будет ей помогать. Ну и я подсмотрю за ними и сниму вам некоторые фрагменты. Вот, посмотрите на нее. Какой у нас эльф ушастый. Готова? Да. Пойдем. Пойдем. Всем привет. Привет, Вася. Не готов? Нет. Вот так нас Вася встречает каждый раз. Выпрыгивает. Вася, давай, давай, давай. Исходит весь. Нравятся уши? Хочешь себе такие? Как эльфичка. Мы тебе тоже купим. Дай Лёше померить. А ну, давай померяем. Да у меня свои. Давай, давай померяем. Вот, а ты вообще красавчик. Как на лысом будут смотреться. О, так это для тебя. Прикольно. Слышишь, ну не видно почти. Иди посмотри в зеркало. Как тебе красиво. Бась, скажи зрителям привет. До сих пор в комментариях пишут, сколько тебе лет, угадывают. Признаешься? Признаешься, сколько лет тебе? Или оставим в секрете? Хвост, ну может, в секрете, да, оставим? Пусть это будет тайной. Хорошая собака. Надо. Облизывает тебя или пытается? Пытается. Пожалуйста. Бать. Можно без облизки. Юля смотрит мастер-шеф и готовит вкусный суп с курочкой копченой. В мастер-шефе высмотрела. Да? А вы, товарищи, суп ждете или креветки? Креветки. Креветки. Хитрые. Мы только креветки. Чистим чеснок для креветок. Креветки у нас будут жариться на оливковом масле с чесноком. Кто тоже готовит креветки с чесноком на оливковом масле, пишите в комментариях. Или, может быть, у вас есть еще какой-нибудь вкусный рецепт с креветочками. Мы тоже будем не против, если вы с нами поделитесь. Вот такие креветки будем готовить. Называются они тигровые. Все ингредиенты у нас готовы. Начинаем. Вода кипит. Креветки на старте. Чеснок и масло есть. Смотрите, ребята, забросили креветки одного цвета, и они так быстро уже стали другим цветом. Креветки у нас уже сварились. Юля нарезает чеснок. Ярослава поставила сковороду, налила масло, разогреваем. И будем обжаривать. Обжариваем креветки на масле. В конце добавим чеснок. И, в принципе, все, блюдо готово. Мы добавили уже чеснок. Сейчас пару минут обжарим с чесноком и будем кушать. Креветки уже готовы. Сейчас мы будем кушать креветки и суп. Ну ты с таким лицом говоришь, что хочешь кушать, наверное, только креветки, да? Без супа. Кто сейчас кушает, всем приятного аппетита. И мы тоже будем кушать. Вкусный суп, Ясь. Сначала суп, а потом креветки. Мы уже вернулись домой. Лола меня ждала, скучала по мне. Ты скучала или спала? Ребята, на этом наше видео заканчивается. Если оно вам понравилось, с вас лайкосик, а с меня новый видосик. Пока-пока!